начинается. Да. Почему море? Это минимум. Это минимум. Ниже не опущу. У нас ливень, это палатка. Да, это палатка прописана. Вы видали такое? Охренеть. Тебе не видно, вот слышь, пока был. Такие жирные летают, просто жуть. Это просто... Да. А люди решили тоже уйти. Пацанком сидели до последнего. А знаете, в чем прикол? Они тут стояли, зонты высоко, а дождь вот так и вот да, так. Да. И они после этого один хрен мокрые. И мы тоже правда, ну, у нас тут возле. И висит куча. Как ты сделаешь? На аппарате. Ребенка закутали. Ой, мы тут сидим в своей палаточке. Дикарями отдыхаем. Вот и чуть-чуть подбежали и хватит. Дикие такие, дикие сидим. Я вся в воде. Дикари, блин. Ну море же. Море, море. Бреда на скалу. Летят на море навстречу им. Вот так вот мы отдыхаем. Держи меня, Соломенко, держи меня. Песня детства. Когда вокруг шторма 12 баллов. Господи, какой экстремальный вопрос. Держи меня, Соломенко, держи. Когда друзей по жизни разбросала. Держи меня, Соломенька, держи меня, держи меня. Да, у нас какой-то экстремальный выпуск новостей с моря. Это да. Ой, по-моему, солнце выходит, как-то посветлело. Да нет, ну знаешь. Не, посветлело. Не, ну чуть проходит, но ветер не затих. Можешь показать, вон тучи все туда ушли, хотя непонятно, ветер. Да, да. Там, ой, короче. Его держать надо эту постоянно. Мы тут зонт держим. Судя по тому, что целый день ветер туда дул, да. А тут же оттуда встретились, да, вот эти два потока, да. И произошла и вот такая херня получилась. Не, ну эта херня не из-за этого получилась, но получается просто воздушные массы шли поверху, а здесь они шли по низу. Ну блин, это красиво вообще. Не надо. Смотри. Прикольно, но... Вот там чистый облачка. Чего вы камеру не взяли? Вам вообще можно было бегать, да, снимать. Да, можно было, ну... Да, только проблема, там плохо слышно. Когда про бокс ставишь, то да, надо только снимать и разговаривать не можешь. Ну, бокс, она... Надо снимать, а потом музыку просто вставлять. Я озвучиваю. Он для воды, ну, под водой. Там же звука нет как такового, да? Ну, нет, там... Я пробовала как-то Нина нашла в сумке мой кулончик. Этому кулончику уже много-много лет. А там немножко такой, знаешь, бу-бу-бу, как в трубу. Ну, я понял, да. Ну, такое, то не страшно. Бу-бу-бу, как в трубу. Да я знаю, да, это же такой же. Ты не добивай чуть-чуть. Ой! Ты с пивом вместе с пивом, да? Ладушка, пауза. Да.